Мне очень жаль. Чего? Я знаю, что это такое, потерять отца. Это был не мой отец. Что ты делаешь? Остановись! И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так вот, как ты благодаришь за то, что я спас твою жизнь? Ты не понимаешь. Мне нужен этот кинжал, чтобы исправить... Чтобы исправить то, что я наделал. Конечно, ты думаешь, что я идиот. Я понимаю, что ты не доверяешь мне, но как бы мужественно ты ни сражался, тебе не победить этого врага. Песок будет распространяться, он пожрет все. А тебе говорят, что ты добрый и мужественный. Пожалуйста, поверь мне, помоги мне найти песочные часы. Они находятся в сокровищнице Султана, на вершине башни Рассвета. Откуда ты знаешь это? Я просто знаю. Пойдем со мной, если ты так настаиваешь. Но я предупреждаю тебя, я хожу очень быстро. Так что не отставай.